Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу КРТ. Це програма «Презумпція винуватості». З вами сьогодні я, Артур Журбенко, та мій співведучий Андрій Гожий. І спілкуємось на тему ринка землі. Україна існує трішки більше, ніж чверть сторіччя. За цей час українці майже втратили право на власну землю. Ми відвідали серце України на Вінничні село Чернятки та розібралися, як існують сучасні сільські господарства та яке майбутнє на них очікує. Сільські господарства в Україні розвиваються вже не одне десятиліття. Але зі зміною законодавчої бази тепер їх очікують серйозні проблеми. І саме які проблеми в майбутньому очікують на сільські господарства, сьогодні ми з Андрієм Гожим розбираємо. Так, дійсно. Знаєте, є стадо баранів. І в стаді баранів є два екзистенціальних заблуждення. Перше заблуждення баранів завжди наступне, що якщо вони будуть себе добре вести, то їх не пустять на шашлик. И второе заблуждение баранов – их всю жизнь пугают волками, а ест в итоге их хозяин и собаки, которые охраняют стадо. Также и земельным законодательством. А нас пугали постоянно Путиным, коммунистами, приватизацией, реприватизацией и прочими. Однако новая власть, которая пришла и под диктовку Международного валютного фонда, а также крупного олигархата и транснациональных компаний, изменило земельное законодательство Украины одним штрихом. Просто в то время, когда Украина стала независимой, это был 91 год, и менялись земельные кодексы, один, потом второй, был так называемый мораторий, то есть запрет на продажу сельскохозяйственной земли и запрет на продажу и на приобретение, соответственно, сельскохозяйственной земли иностранцами. Власть монобольшинства, взбесившийся принтер, так называемый, решил это изменить, разрешил, соответственно, открыть рынок земли. Но пока что он исключительно работает для украинцев. По крайней мере, так задекларовано самое в законе. Знаете, это тоже относительное понятие. Вот некто губернатор когда-то Коломойский сказал, ну двойное гражданство у нас запрещено, а тройное нет. Так что такое украинцы? Что такое украинцы? Сколько паспортов может иметь олигарх? Да, тогда мы уже, знаете, уходим в абстракцию. На самом деле, если мы не имеем четкого механизма отслеживания вот этого вот украинства и гражданства, тогда то, что землей могут владеть только украинцы, да, по паспорту, это на самом деле является фикцией. И следующее заблуждение. Нас обманули уже один раз с так называемой приватизацией, когда всем украинцам в нищей стране, и у многих не было что есть, раздали приватизационные сертификаты, и они там кто за масло, кто за водку, а кто за какую-то небольшую копейку отдал свои предприятия. А кто навеки за борги? Иногда даже за долги по коммуналке. Да, абсолютно верно. И сейчас в стране, которая является самой бедной в Европе, с нераздеребанным земельным ресурсом открывается рынок земли. Ясное дело, что сюда зайдут транснациональные компании, либо компрадорская буржуазия, олигархат, который связан с транснациональными компаниями, либо их партнер, либо за деньги, потому что мы знаем, что у всех наших центральных олигархов есть проблемы в Европе, у кого в Австрии, у кого в Швейцарии, у кого в Лондоне, а у кого, по последним новостям, и в Америке. И они не за грош или за грош продадут всю украинскую землю. А как будет проходить механизм отбора украинской земли, мы с вами смогли убедиться на предприятии «Набужье плюс», да, которое мы посетили с целью журналистского расследования и попыткой разобраться в ситуации. В грудні 2005 року Анатолій Володимирович прийшов в наше господарство як інвестор. Стається так, що людина приходить, розриває договір, журнал реєстрації є, вони реєструють в цьому журналі цю заяву, а тоді десь пропадає цей журнал. Треба добре задуматися кожному власникові, який має цю земельну частку пай, тому що починається рух землі в 21-му році. А як почнеться рух землі, ну вибачте мене зараз, якщо дивлячись на те, що ще покажу, люди мають якесь право, тоді вони можуть стати
І ця земля може казатися не в той орендаря, який ми здавав, десь може оказатися в Закарпатській області, якийсь орендар буде там проживати. Дійсно, Надбужжя Плюс, що в селі Чернятки на Вінниччині, налічує в собі майже 1000 паїв, які орендувало у українців, у господарів цих земель, і Надбужжя Плюс вело там господарську діяльність. Більше 10 років воно працювало без жодних проблем, але чомусь останнім часом селяни розпочали активно, масово забирати землю у цього підприємця і розпочали надавати його, передавати в користування іншому підприємству, яке навіть по своїй по своїм фінансовим можливостям навіть не здатна купити якусь техніку або не здатна зберігати ту продукцію, яка буде вирощуватись на цій землі. Скажіть, будь ласка, чому саме така активність селян зараз? Вони не розуміють, кому передають. Чому саме новий власник зараз сплачує більше коштів за оренду землі селян? Ну, смотрите, платить ли він більше, це, опять-таки, относительний вопрос. Есть у многих фермерских хозяйств, либо у агропредприятий уже годами сложенное взаимоотношение с сельскими общинами. А если мы говорим конкретно о Надбужье Плюс, то за годы, да, вот, аренды земли выполнена определенная социальная нагрузка. Социальная нагрузка – это ремонт школ, амбулатории, проложена дорога, да? Вложены просто миллионы гривен в сельскую инфраструктуру, не говоря уже о сельскохозяйственной инфраструктуре. Когда приходит, кто эти деньги посчитал? Ну, да? Никто их не рахует, ему только користуются. Да, то есть это первый вопрос, больше или нет. Второй вопрос, когда приходит сюда европейские корпорации, либо олигархат, сначала, конечно, они напрямую землю не отбирают. Сначала они используют структуру дропов, то есть таких подставных определенных лиц, либо мелких предприятий, которых они накачивают дешевыми деньгами. Почему? Поскольку и европейцы деньги печатают, и американцы деньги печатают. То есть за бумагу они могут получить настоящий ресурс. И политикой протекционизма, и политикой демпинга, когда приходит новый товарищ и говорит, так, сколько ты получаешь за пай? Ну, допустим, там, вот столько-то тысяч гривен. Даю тебе в два раза больше, да? Он туда селянину в два раза больше, это правда. Но, во-первых, он убьет предприятие, которое годами складывалось здесь. Дальше этого предприятия не будет. И после этого к этому селянину уже можно будет платить вообще копейки. Да? Это стандартная формула демпинга. Тобто це перший раз сплачується більше для того, щоб зацікавити, первый раз заплатить, да. Таким абсолютно вчинком. Они первый раз заплатят, они второй раз так заплатят, а третий раз уже не будет конкурентов. Уже не заплатит никого. Дальше. Тобто на третий раз они могут навіть взагалі не платить, або навіть... Они потом купят по дешевке, когда рынок земли откроется, либо дадут тебе кредит под эту землю. Но это набудь. Дальше. Они не вкладываются в инфраструктуру, да, вот этой вот деревни и села. Они не будут тебе ремонтировать. Зачем им надо? Они не будут тебе ни ремонтировать школы, не будут чистить улицы зимой, они не будут покупать оборудование в больницу. А мы должны напомнить, что Надбужье Плюс, вот это небольшое предприятие, да, которое, оно все это делает. Кто посчитает эти? В 16-му році написали заяви про розірвання договору, попередили. На що отримали відповідь, що договір можливо розірвати після закінчення сроку дії в 19-му році. Офіційна бумага є, все. Написали заяву в 19-му році. Землю виділили нам в натурі, ми самі її зорали. Хоча після того, так зрозумів, Пешко подав на заяви в поліцію, приїжджали слідчі. Проводили слідчі дії, що ми будь-то захватили його землю, там, чи засіяну, чи яку, хоча ми після збору урожаю самі орали, як то говориться, все. Тобто це взагалі підтверджує про те, що намір цього підприємства розвивати саме цю місцевість і саме там надалі цим фермерам та селянам сплачувати орендну плату і таким чином підтримувати це село? Звісно, тому що...
Те транснациональные компании, которые заходят с Европы, они несут в себе урбанистическую философию. Им деревня не нужна. У них есть город, у них будут большие технологические станции с техникой. Они будут просто массивом все засевать потом, с вертолетов или с самолетом все обрызгивать, да, агрохимией, и потом огромными комбайнами убирать. Им-то школа, им больница, им деревня, она попросту там даже лишняя. Плюс против агропредприятия на Буже Плюс используются стандартные технологии борьбы информационной. Когда автобусами свозятся митингующие из других деревень, когда предъявляются претензии, и мы можем это увидеть, то есть людей, которые не могут сформулировать свои претензии, то есть им и землю отдали, да, пожалуйста, обрабатывайте свою землю, все, с вами разорвали отношения, все равно мы митингуем. Почему? Что вы хотите? То есть, когда к экономическим требованиям выдвигаются какие-то политические, там, вы не любите Украину, а мы за вас, мы против вас. Почему? Да потому что мы против вас, как бы, вот. А тогда уже нас начинают, как бы, одолевать сомнения. При колгоспе, ще, як ми, лишь моє покоління, лишь вставало на роботу, це був ще колгосп. Працювали люди, дуже багато працювали. Іде пішки, несе в сумку. Имеет ли действительно хозяйственная подоплека, имеется ли, да, хозяйственная подоплека у данных митингов, или за этим стоит что-то больше? Ну, є певна частина людей, яка основну суть своїх вимог зазначає наступним, що коли вони здавали в оренду свої паї, їм сплачувалась сума в розмірі 7500 гривень. Після того, як вони виявили бажання розірвати ці відносини, їм розпочали сплачувати 2175 гривень. Люди вважають, що їм не доплачують за цей період короткий, який залишається земля у орендаря. І таким чином люди вимагають доплатити ці кошти. Чи дійсно вони мають право претендувати на ці гроші? За 3 роки до закінчення попереднього договору я йому написала заяву, що я не бажаю далі продовжувати з ним. А він зі мною не розрахувався. Він дав мені тільки 2170, так як я знам, з ним не продовжую далі договір оренди. Все, і після 17, 18, 19 рік він нам дав тільки за 4 паї. Ви самі розумієте, скільки він нам не доплатив. Він говорить, скільки, що... Скільки саме? Ну, більше 40 тисяч, виходить. 4 паї, які до 19-го року, я їх забрала і користуюся ними сама. Законодавство земельне на Україні дуже зарегулювано. І ми не можемо, і ми, як граждане, і, відповідно, підприємства зі своїми контрагентами не можуть діяти, як їм взбреде в голову. Земля арендуется, да, вот так называемый пай, согласно договору. К этому договору есть требования, определенные в законе. И есть установленная цена аренды. Она составляет 3% от нормативно-денежной оценки земли. Агроцикл очень сложный. Включается... Тобто це 3%, це і є в співвідношенні 2175 гривень, да, так? Да, да. Есть определенный агроцикл, когда земля культивируется, когда вносятся удобрения, когда сеется. Да? То есть в землю вкладываются деньги. И вот мы с вами заключаем договор, допустим, на 10 лет. И 10 лет я знаю, что я буду обрабатывать эти поля, я буду делать севообмен. Тобто вкладывать в всю землю? Да, я... Не просто деньги, Артур, а я буду, согласно науке, да, разрабатывать план на этих 10 лет использования этой земли. Сегодня она, в этот год я сделаю пастбище, земля отдохнет. Дальше я посею культуру, которая требует очень много удобрений. Потом я другую культуру, потом я дам земле отдохнуть. Я должен понимать. Это разрабатывается долгосрочное планирование? Конечно. Это, во-первых, планирование. Во-вторых, я понимаю, какие я буду вкладывать ресурсы туда, потому что так просто на земле ничего не вырастет. Я буду понимать, какую защиту, противоэрозийную защиту я буду делать, против окисления. То есть у меня наука и деньгами, да, разложена в план на 10 лет. Соответственно, когда подходит конец
договора аренды, я по закону должен предложить контрагенту, да, вот этому селянину, продлить далі на 10 лет. Так, закон. І, до речі, якщо я не помиляюсь, саме закон в пріоритеті ставить фермера на право отримати на наступну аренду. Да, да, пріоритетне право аренди, тому що я 10 років цією землею займався, і я маю право ти підтвердив своєю роботою, да, те, що вона дійсно... я, да, землю обслуживав, і я маю право пріоритетної аренди. И когда открывается уже рынок земли, соответственно, имею приоритетное право покупки земли. Далее. Здесь очень важно как бы не уходить в популизм и объяснить и зрителям, и прочего. Да, вот правоотношения. Правоотношения, они сложные. Вот. Тогда я предлагаю, я обязан сделать, да, оферту, предложить. Согласны ли вы продлить со мной еще на тех же условиях договор? Я шлю вам соответствующее письмо. Закон говорит так, поскольку это объемный массив писем, если ты проявил молчаливое согласие, не выступил против... Тобто ніякого письмової відповіді про те, що я там бажаю або не бажаю, не надав, то це вже вважається, що да, ти продовжив. Договор аренди являється продовженим. На тих самих умовах на і на тих самих термін. Условіях і на той тобто же самий ще 10 срок. Років ти отримуєш, да, законне право використовувати цю землю. І тобто я далі продовжую її включати в структуру господарства і работать и с плановатый этой землей. Так. Угу. Если человек, и теперь у нас два пути, да, которые вот образовалась в этой деревне и которые с помощью спекуляции пытаются использовать конкуренты. Два пути. Во-первых, если вы ответили, что вы не хотите со мной дальше продолжать работу, соответственно, мне надо эту землю исключить из своего хозяйственного оборота. Какой мне смысл дальше вкладывать в нее сумасшедшие деньги? Поэтому я, извините, плачу вам положенное по закону, и все, а поскольку я до этого 10 лет в землю, которую вы у меня сейчас забираете, вложил сумасшедшие деньги. Если вы со мной продолжаете, то я к этим нормативно-денежной оценке, то, что положено по договору аренду, плачу вам часть прибыли, это можно сказать, как премию. Да, угу. Потому что вы оставляете мне эту землю, и вот эти вот 7 тысяч, иногда и больше, и плюс, я не знаю, Набужья плюс оказывает помощь и на похорона, и на лечение, и прочее. Это дальше социальная нагрузка на мое усмотрение. Мы с вами партнеры, и я вам выплачиваю как бы часть своего дохода, я вам отдаю. Если вы разрываете со мной отношения, то я вам плачу только положенное вам. Почему вы меня силой хотите заставить как бы выплачивать вам премию? Но это неправильно. Поэтому они говорят, как це так? Тем платят 7 тысяч, 10 тысяч, 15, а мне 2. Извини, те мои партнеры. А ты уже мне как бы... Тобто, коли ты был работником предприятия, навіть якщо взяти... Не работником. Навіть якщо ми візьмемо, да, за приклад, на підприємстві робітник, який дійсно проявляє якісь лояльність до підприємства, він може отримувати премію. Якщо я написав заяву про те, що я звільняюсь, то жодної премії я, скоріш за все, не отримую. Я правильно розумію? Звісно, тому що ти підриваєш економіку підприємства. Далі ти забираєш землю і уходиш собі з тої землі, в яку я как бы 10 років, ну, вкладував ресурс. Вона тебе буде плодородити ще кілька років, і ти заробляєш, якщо захочеш. Ну, але чому саме більше. Такий аргумент використовують конкуренти і чому саме на такій почві накручують людей? Во-первых, це гра на жадність. Це гра на жадність. І знаєте, коли, да, от смотрите, чому ви мені не доплачуєте, все, що положено по договору, выплачивает предприятие на мужье плюс. То, что хозяин предприятия хочет дать больше, да, это личная инициатива Анатолия Пешко, он хочет дать больше в силу как бы любви, да, к этой своей территории, к развитию, до сих, да, так, к уважению к Украине, да, и к этим людям, это его лично. А когда, знаете, есть старая поговорка, дай что-то человеку за даром, он тебя поблагодарит. Дай второй раз, он примет как нужное. Не дашь третий раз, он начнет с тебя требовать. Так же и здесь. И второй путь, это когда человек на предложение перезаключить договор, поскольку предприятие должно опять планировать цикл, ничего не отвечает.
Тогда договор считается заключенным, мы дальше засеваем территорию, а тут раз приходит в голову этому товарищу, и он перезаключает договор с кем-то другим. Він вважає, що він уже термін дії договору закінчився, да. Що він уже є власником цієї землі. Он і так є власником землі, просто що земля не тягощена, да, орендними правоотношеннями. Он і так, собственник, землю у нього ніхто не забирав. І он починає либо сам, да, вот ходить там, столбы какие-то втыкать, повреждать землю, комбайн может повредить, либо отдает ее в аренду другому лицу, конкуренту. Но так закон не работает, подождите. Что повинно работать на Бужий Плюс в таких выпадках для того, чтобы... Другого пути, кроме суда, нет. До речі, наші саме селяни, от вони кількістю жалуються про те, що отримали величезну кількість позовів до суду. Це саме з цим пов'язано? Ну, не огромне кількість ісків, а один іск. Просто каже, ну, смотрите, от, Артур, у вас є квартира. Ви її здали в аренду мені і здали ще там ім'я реку якомусь. То що нам робити? Вот, ну, как решит этот вопрос? Ехать, вывозить вас в лес? Нет, ну это не Европа. Кроме суда пути никакого нет. Также и здесь. Есть земля, которая, ее правовой статус не определен. По букве закона мы ее имеем право еще обрабатывать, да, на Бужье Плюс, имеет обрабатывать 10 лет. Товарищ, которому эта земля принадлежит, так не считает. Также он мог ее сдать кому-то в аренду. Кто нам ответит на вопрос, да, в европейской стране, кто прав? Что нам делать? Ну, я вообще удивляюсь, почему в стране обращение в суд, это цивилизованный способ разрешения конфликта, считают как что-то такое непонятное. Ну что, им лучше, как действуют наши некоторые ветераны, приехать, избить, сжечь, захватить? Обращение в суд – это единственный цивилизованный способ разрешения конфликта, если люди не идут на переговоры. Их кто-то садит на автобус, проплачивает этот автобус. Это, до речі, також дійсно викликає певні запитання, чому саме вони так організовано, саме в цей день знайшли час, можливість, чому саме цей автобус з'явився, якщо це рейсовий автобус, то чому він їх чекав і потім завозив обратно, хто наняв цей автобус. Тобто це дійсно... наводить на думку про те, що конкуренти використовують саме маніпуляцію, політичну маніпуляцію. Звісно, тим більше люди, які приїхали, починають закидувати політичні лозунги. Там «Пешка не любить Україну». Да столько, скільки зробив учений «Пешка для України», дай Бог кожному ще, да, політику зробити. Але навіть не виключаючи все загалом для України, ми навіть бачимо, як він зробив для цієї локації. Да, вже... здесь можна просто от... Мы просто, пройдясь по деревне, зачитали, он сделал дорогу, заасфальтировал, освещение, школу, отопление в школу, починил детские сады, укомплектовал полностью амбулаторию, сделал детские площадки. До речи, к нему здивувало... люди обращаются за помощью, имеют, просто понимаете, каждый селянин имеет прямой телефон Анатолия Пешка и может в любой момент ему позвонить и обратиться... За помощью. С каким проханием, так. Конечно. Где вы таких видели? Вы можете позвонить в транснациональную компанию, которая в МВФ? Можете позвонить и сказать, а вообще-то вы нам миллиарды даете, где эти деньги? Не можете. Або хотя бы допоможите там 2000 гривен на похороне. Да-да. И когда приезжают селяне и начинают устраивать, знаете, политический митинг, там, я не хочу иметь отношения с Пешко, потому что он не любит Украину. Подождите. Так... Ты не имеешь отношения, ты договор разорвал, ты получил свою землю обратно, то ли обрабатывай, то ли сдавай ее в аренду. Какие ты претензии имеешь? Ну и вот они не могут сформулировать свои претензии, что опять-таки наталкивает на мысль, что идет целенаправленная кампания, а мы знаем, что Анатолий Пешко на минуточку проводит активную свою общественную деятельность, выступает против очень многих инициатив, как действующей, так и прошлой власти. И мы знаем, куда любит бить власть. Это, конечно, по бизнесу, так. По рабочим местам. Тобто, залишити тебе можливості заробляти гроші для того, щоб ти був, займався саме питаннями захисту свого бізнесу і жодної якоїсь політичної активності, щоб ти не проявляв для своєї країни. Виходить, це такий інструмент влада використовує вже не перший рік, це і минула влада таким грішила.
І дійсно саме наводить на таку думку ще й те, що медійно приїжджають певні проплачені якісь журналісти саме туди на село. Ну, ми не зможемо сказати, проплачені чи ні, Артур. Давайте тому що вони упереджено висвітлюють якусь позицію. Так, да, ми можемо сказати так, тобто, що ці журналісти, не соблюдають стандарти. И в отличие от телеканала КРТ, который и у Пешка взял комментарий, и пошел к противникам выслушать, взял документы, да, они работают как такие медиакиллеры, работая на психологическое давление, ходя, тыча в лицо камерой. Ну, мы знаем эти приемы. И навіть запитання уже сформулювали відповідь для того, щоб людина не мала якоїсь альтернативної думки і розповісти щось альтернативне. Тобто... Да, так називаємо наводящі вопроси. Они, видно, інформаційна кампанія в YouTube, в Фейсбуке, да. Мы это видим раз. Во-вторых, мы должны понимать, что за этим все стоит финансовый след. И смотрите, если какие-то как бы безработные журналисты добираются в деревню. А там не близька дорога, там дуже важко з транспортом, тобто це дійсно потрібно десь найняти машину і якимось чином туди приїхати, а чи, наприклад, телеканал, який виписує туди відрядження, і для того, щоб об'єктивно висвітлити, бере коментарі у всіх сторін. На жаль, журналісти, які приїжджали туди, вони тільки вислуховували одну сторону і якось упереджено подавали інформацію. Далі, хтось должен сорвати несколько десятків людей з роботи. Если это село, то, извините, август – это жаркий период, да? Все в полях, как минимум, должны быть, хотя бы на своих огородах. Да, хотя бы на своих огородах и на своих паях, но и на своих работах. Но эти люди в будний день оперативно, зная, что приедут журналисты с киевского телеканала, оперативно находится техника, срываются люди, заготовленно приезжают – і починають мітинг. З якимись вже готовими претензіями, аргументами та лозунгами. Тобто це також вбачається в цьому, що була якась попередня інструктаж цих людей, і їм якось пояснювали ці аргументи, виходить так. Ну, якщо ми візьмемо їх інтерв'ю, то вони всі дуже схожі, знаєте, методично. Почему, какие у вас претензии? Да, по нет, сути, они их и сформулировать не могут. Почему нам заплатили меньше, чем платят другим партнерам Пешка? И, до речі, всі ці люди, які проти, начебто, які вчинили цей саботаж і підривають економіку підприємства, вони вже навіть отримали право на свою землю обробляти її самостійно або перездавати. Тобто вони вже розірвали всі договірні відносини з цим підприємством. Тобто вже, ну, казалось би, займайся своїми справами, і не потрібно ніяких наступних таких провокаційних мітингів для того, щоб показати своє невдоволення цим підприємством. Так, да, ну, бачите, вони недовольні всім. Цього року я чомусь з внуками, коли прогулювалася, побачила цю колючу проволоку. Колюча проволока, яка обгорожена, ну, вважається, що це його приватна власність, хоча я думаю, що це можна ще оспорити. Коли ти тут народилася, коли ти тут живеш, і ти не знаєш, куди тобі можна піти, куди тобі не можна піти? Чи можеш ти сюди йти, чи це вже приватна власність? Чи можуть тут твої внуки гратися і рвати там ті черешні, чи ще щось? Чи це вже приватна власність вважається, хоча там розруха одна? І коли люди ходять з зброєю тут, це теж ну, страшно просто. Дійсно, що кусочок отого Донецька прийшло сюди. Тим більше, що я знаю позицію, про російську позицію президента Надбуджі. Коли людина не любить Україну, зневага до людей, в яких він орендує землю, тоді не хочеться з такою людиною якби працювати. Я не знаю, ну просто емоції, а як там щось конкретно, по закону, не по закону, я не можу щось. Есть подстанция, да, где напряжение в 10 тысяч вольт. Ее ради безопасности тех же селян и их детей оградили. Все там. Пешка поставил колючую проволоку. Да. Пешка высадил сад, а кто хоть немного связан с сельским хозяйством, знает, что чего стоит, да, сделать сад для товарного производства, поскольку это как минимум 10 лет вложений и никакой прибыли.
Да? И для того, чтобы защитить сад от того же домашнего скота, который может пойти, от граждан, которые любят. Знаете, селяне это называют, там, чего мои внуки не могут пойти обрывать черешни? Ну, извините, пожалуйста. Це те ж саме, чого я не можу піти до цієї жінки на кухню і не поїсти її борща. Так, да, ну це взагалі так кража називається. До речі, коли ми саме проводили наше журналістське розслідування, ми навіть зайшли на подвір'я для того, щоб погукати одну із учасників цих мітингів, для того, щоб взяти її коментар. Вона на нас написала заяву про те, що ми проникли на чужу територію. Тобто, да, видите? А саме у цих людей аргументи про те, що Анатолій Пішко і товариство «Надбудж» Плюс огородило своє підприємство колючою проволокою. Тобто такий мінімум, дисонанс позицій, які не зрозуміли. Так, як мінімум, требування ограждати підприємства, а на підприємствах працюють, да, техніка, сушилки, молотилки различні, це требування взагалі безпеки. Це у нас є органи, там, горпромнадзор і прочі, извините, бігає ребенок, ребенок може попасти, зайти, там, зерноочистительні машини, там, трактора, ну, це, як мінімум, такі претензії виглядять глупо, знаєте, а зачем тогда кришки на каналізаційних люках? Тобто це можна стоять, понимаете? А зачем тогда огорожа под станцией находится? Ну, простите на минуточку, эти требования какие-то уже абсурдные, да, сводятся к придиркам. С одной стороны, дайте нам нашу землю, мы поставим как бы... Хотя, опять-таки, видите, селяне, они же не выделяют свою землю, опять-таки, по закону, с расстановкой геодезических знаков. Да, потому что вот есть сплошное поле, где твоя земля, как ее вычислить? Ну, по GPS-у, что ли, но так не вычисляется, есть как бы акт. Тобто комбайн, коли їде, він же, наверное, розуміє, на якому саме пою він знаходиться. Да, це нереально. Для этого происходит как? Вот у нас с вами отношения, есть поле. Мы заказываем специальные фирмы, которые имеют лицензии, сертификаты. В актах на землю есть координаты, точки. Берется специальное геодезическое оборудование, выставляются эти знаки, и тогда мы видим, где. А знаете, вот в сплошное поле прийти и сказать, вот оно мое. Это называется самоуправство. Вот. Но органы правоохранительные... Власник земельного паю вважає, що раз воно його по закону, то він має право таким самоуправством займатися. Поясни, будь ласка, чому дійсно закон йому не дає такого права? Ну, закон ему дает такое право, но процедурно это право. Ну, что значит, вон оно мое? Да, оно твое, но это твое нужно так называемое выделить, да, на местности. Ну, вот как привести вам пример. Знаете, вы когда пришли в магазин и говорите, вот есть... какой-то товар, да, конфеты, мешок конфет. Вы купили там килограмм, да? Вам же продавец их берет, отбирает, взвешивает, пакует в кулечек и дает. И вот в момент передачи, да, да, вправе, оно становится вашим. Вы же не берете, даже так же и в супермаркетах, вы взяли, взвесили, все равно. То есть момент выделения из общей массы вашего. Вы же не приходите и говорите, вот 10 гривен, и пришли вот сюда, в карман, сюда, и это мое, и вот это мое, и вот это я пошел. Что с вами будет за это? Ну, действительно, охрана меня уже, как минимум, охрана вызовет, да, полицию, да, да, и начнут с вами закону разбираться, потому что это закон. Так же крадишка будет, так. Так же и находится в земле, да, у тебя есть акт, есть сплошной массив, так же и здесь происходит. Мы с вами встречаемся, здесь отменять. Мы подписываем акт приема передачи. Тобто землі від орендаря вже назад до себе. Да, тільки на основі цього акту я вже маю право. Конечно, акт является первичным документом, потому что надо для нормального товарооборота, хозяйственного оборота установить точное время, дату и место, когда между нами прекратились правоотношения. Когда вот это была моя ответственность, теперь это твоя ответственность. Когда вот до этой полосы моя земля, вот для этого твоя земля. Нельзя это делать вот абы как. На этом строится весь европейский порядок. Вот я бы вот этой женщине, да, которую мы видели на видео, которая говорит, а чему мои внуки не могут там пить куда хочет и рвать?
Пусть в Германии ваши внуки пойдут на чей-то садок. На чьё-то предприятие, садок, да, и попробуют. Подождите. Здесь ты вышеньку. Вы проголосовали с 91 года за независимость на референдуме. Вы голосуете за буржуазию постоянно. Ну, не вы, а мы все разом. Нет, так не работает демократия. Да, вот мы все голосуем за буржуазию, даже если вы за нее не голосуете. Однако меньшинство должно подчиниться большинству. Да, это выбор, принцип так. Демократии. Тут никуда не денешься. Мы выбрали такой путь. Первый принцип буржуазного общества – это почти святое уважение и защита частной собственности и частного собственника. Вот это твое, это мое. Я беру свои деньги, заработанные мной, на заработках, в Польше. Кто-то раньше в 90-е челночил, с Турции возил, да? Кто-то квартиру продал, в бизнес вложился. Я беру свои деньги, уже не общие. Покупаю землю, сад, да, покупаю. Вкладываю сумасшедшие деньги в гербициды, пестициды, в сорта деревьев, потому что наше в сверхагродержаве мы не можем даже на нормальных семенного материала и должны хороший семенной материал покупать в Европе, в Голландии, и саженцы там же покупать. Да? Я покупаю семенной материал. Я вкладываю, я забочусь о этих деревьях 10 лет, и тут оп, приходит кто-то и говорит... Чему не можешь вишеньку з'їсти так? Да, да, чего я не могу залезть на деревья, поломать ветки, просто... Ну, я думаю, что это менталитет... Я вважаю, що це така позиція ще з часів радянських, тому що навіть самі наші мешканці кажуть, що колись, коли був колгосп, хтось йшов з роботи, ніс в сумці, хтось їхав на велосипеді, віз на велосипеді. Ну, видите, колхоз – це було діло общее, да? Вот, це було все наше. І, в принципі, совєтська власть закривала на це глаза. Ну, це підтверджує, що ментально люди готові брати чуже і вважати це своїм, і тоді ще й ставити претензії, чому мені не дають те, що по праву не є моїм. Так, да, але Совєтського Союзу не существує 30 років. Не существует. 30 лет уже Советского Союза, и у нас же со всех ящиков хают совковый менталитет. А вы понимаете, как здесь очень передернуты понятия? Хотя сам Анатолий Пешко, он довольно-таки социальных левых взглядов и является противником в том числе продажи земли вот такой вот бездумной. Научно подтвердил и сформировал, что для нормальных хозяйств концентрация земли в одних руках, да, не должна в частной собственности превышать 100 гектаров, и постоянно на всех форумах говорит о том, что в Европе государство старается землю пахотную выкупать. В тот час, как Украина продает. В тот час, как Украина вообще как-то непонятно, что делает. Ну, просто сдает свою страну, да, Украина. Сдает, государство сдает страну. Так вот, если мы все хаем совок, то подождите. Вам всем раздали ваши паи, ваши участки. И у вас есть домохозяйство, и если мы строим Европу, а у нас так написано в Конституции, то Европа строится по признаку индивидуализма. Тогда, извини, если ты, вот они ругаются, вышел и стал индивидуальным хозяином, то почему тебе кто-то должен школу оплачивать? Почему тебе кто-то должен давать бесплатную медицину? Это бизнес. Ты взял своих нескольких гектаров и выращиваешь себе там цей бурячок, свеклу. И сам их обраби, сам найми компании, которые тебе будут их... Да, ты зарабатываешь деньги. Збирати. А я не купил 10 гектаров и не получил. Я вложил свои деньги в получение юридического образования и получение адвокатского свидетельства. Соответственно, никто тебе бесплатно правовую помощь не должен. У нас кто-то вложил деньги в образование на врача. А сколько стоит получить образование врача? Я думаю, а скільки років це коштує? Я думаю, не один гектар, да, пахотной земли. Тогда тебе никто не должен бесплатную медицину. И опять, я вложил деньги, уча 5 иностранных языков. И когда ты приходишь ко мне со своим ребенком, почему то я ты должен хочешь, учить чтобы тебя бесплатно? Так. Вот к чему я веду. О ментальности. Ребята, подождите. Вы либо хотите социализм,
либо индивидуализм, а то так, моя земля моя, дай мне деньги, а потом, кроме того, что ты заплатил то, что положено по договору, так дай мне еще премию, почему? Ну ти ж буржуй, давай мені. На жаль, люди в своїй загальній масі цього не розуміють і цих понять не можуть розділити. Скажи, будь ласка, якщо вже на завершення, якщо і надалі люди будуть так активно забирати свої паї у підприємства, які там вкладувало в цю місцевість, і будуть передавати в руки якісь інші, що очікує надалі цих селян і чи дійсно вони потім будуть мати право ходити по цим вулицям і використовувати цю землю? Очень просто. Пусть посмотрят на те города либо села, где были градообразующие предприятия. Как только уходили градообразующие предприятия оттуда, и не было кому платить местные налоги в местный бюджет, латать, делать улицы и прочее, депрессия региона, вырождение и вымирание. Все, как только туда зайдут транснациональные компании. Тобто работа начебто буде? Да и работа, одним будет работа. Я имею в виду, что активность, тобто поля будут обрабатываться, але... Поля будут обрабатываться, но они будут обрабатываться передвижными мототехническими, да, станциями. Они сегодня это поле обработали, уехали другое, пятое, десятое. Переехали по дороге, и все, да. Яку никто потом местных, никто не будет ремонтировать. Да, никому не будет там никакой школы, никакой больницы, ничего. Хозяину из... за бугра будет абсолютно плевать, есть там те селяны или нет, а лучше, чтобы их там не было, потому что лишние селяны – это лишняя головная боль. Наша порада к селянам? Наша порада селянам – думать не ежеминутной выгодой на несколько тысяч гривен, а посчитать реально, сколько вложено, сколько вкладывается, и думать на перспективу себя, своих детей и внуков. Ну що ж, друзі, це була програма «Презумпція винуватості». Сьогодні з вами я, Артур Журбенко та Андрій Гожий, розібрали досить делікатну тему майбутнього нашої землі. Дивимось далі.